Всем привет! Вы находитесь на канале «Моя жизнь, мое хобби». И да, как вы заметили, ролик мы начали с готовки. Потому что мы не были уверены в том, что мы сегодня вообще что-либо найдем. Мы смотрели наши любимые посадки. Вы их можете увидеть. Я не один. Привет. Тучи кружат над нами. Да, я пока. У нас сегодня будет жареночка. Тут и подосиновые. Подберезовые. Простите, подберезовые, маслятки. Ну, впрочем, пока мы готовим, смотрите ролик. Наши любимые посадки. 17 мая. Смотрите, какая свинушка шикарнейшая. Но она нам не нужна. Рядом подберезовик. Малыш. Но шикарный. Трескун. Трещит, потому что шляпка трескается. Точнее, не трещит, а трескается. И еще у нас где-то здесь. Вот он, вот он, вот он. Смотрите. Уже больше. Размер поболее. Тоже подберезовичек. Уже плохой. Скорее всего, ему хана. Но тем не менее. 17 мая 24 года. Смотрите, что творится. Сколько мошки. Влад! Оу. Мы кое-что нашли с тобой. О-о-о. Здорово. О, глянь. Вот какая косуля сбила его. Слушай, а он гимнофорт-то бодренький. Вообще бодренький. Да. Вот он грибы находит, а я рога. Причем в очередной раз. С чем связано? А, угу. Да и не мои вроде, держи. Это сейчас нужно его подработать, да? Слушай, а что именно я рога нахожу? Я не знаю. Не улыбайся так. Это не я. Тебе их подкидываю. Ой-ой-ой. Это жизнь. Слушай, а что он такой плохой? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну, настоящий. Да и потом порежем около сковороды. А то он весь. В общем, ситуация непростая. Да, запах приятный. Подберезовички есть, это четвертый. Но, как вы понимаете, их очень немного. Их минимум. Самый бодрый гриб, да, был найден, это свинушка, да? Вообще просто космическая какая-то. Слушай, на, что-то я хожу с этими рогами, на, ты подержал, я привыкну. Ничего страшного. Не-не-не. Видите, дрался, бился с кем-то, обломали рога. А может, чесался, исчесал его. Включаюсь на минутку показать вам, какая мошкара у нас. Возможно, у вас такая же. Собрались переехать, и смотрите. Целый-целый рой. Что-то невероятное. И эта сосна цветет. Мошка появляется. Мошка. Не судите строго. Да, цветет, поменьше должно стать. Посмотрим. Пару недель точно будет цвести. Ребят, еще один. Трескун. Но зачетный. Что? Мы к вам вернулись. Вы досмотрели ролик. Как вы поняли, улов у нас невеликий, но мы нашли подберезовые. Этим можно как бы чуть-чуть и похвалиться, погордиться. Ну, не то чтобы гордиться, я думаю, что просто... Ну, подвезло нам, да? Нашли порадоваться немножко. Немножко порадоваться, потому что начинается регулярный сезон. И с чего-то он должен все равно начинаться. Но, как правило, вот чуть-чуть. Есть такая поговорка... Чем похвалишься, без того и останешься. Вот мы похвалились подберезовичками, без них мы скоро останемся. Покушаем,
Лиха беда начала. Это наша жаренка. Ну что мы можем рассказать про рвы? Нам подписчица задала вопрос, почему в противопожарных рвах бывают грибы, а рядом практически ничего нет, даже в лесу. Ну, это связано с тем, что грибы все-таки любят подобные места, особенно белые, польские, им подобные. Даже мы как-то и красные подосиновые собирали. Да. Да и другие нам попадались частенько. Когда нет в других местах, а вот в таких рвах, да, и каналы, каких-то определенных местах. Ну, там повлажнее. И бывает, что даже прошел, что там, трактор или что, плугом, или чем там они проходят. Только ну, что взъерошили, да? Срезают, да. Взъерошили землю. И вот это, к слову, отступление к тому, что испортили грибницу, повредили грибницу и все такое. Да, это невозможно сделать практически. Это нужно, я не знаю, вырывать котлован несколько десятков. Убирать метров. Деревья. Да. Тем более грибы микоризят именно с древесиной, с дерева. Они как бы друг без друга практически. Не, ну грибы-то, может быть, и могут в каком-то, может быть, далеком прошлом. Да. Но дело в том, что касается противопожарных рвов, канав, грибы любят изменения ландшафта, любят неровную местность, поврежденные поверхности. Вот когда проходит трактор, как Руслан говорил, да, фрезой срезает слой земли, обновляются когда рвы, грибница получает своеобразный стресс, встряску. Может подумать, что ее хотят либо истребить, либо что-то меняется, и грибница выдает плодовые тела, чтобы продолжить свой род, как бы. Вот, да. Поэтому грибы предпочитают такие изменения поверхности. На ровных они редко растут, как правило, если вы замечаете какие-нибудь ямочки, бугры, там, ну, одним словом, поврежденная поверхность. Вот, в принципе, ничего секретного в этом нет, как бы нормальное явление для грибов. Ну, и это говорит еще о том, что в этот год, да, слабое плодоношение, и оно вот выдает именно в таких местах. Когда очень сильная волна, они идут везде, повсюду. Чуть ли не на асфальте. Чуть ли не на асфальте, действительно. Их можно встретить и там, где не ожидаешь. Да. Под осиновик, там, под какой-нибудь сосной. Белоножковый или еще что-нибудь. Ну, редко, конечно, но можно. Ну, не в самом сосоннике, в наших посадках, я имею в виду. Да. Понятно, что в сосоннике. Под ивами, ракитами, где только не встречаются они. Так что, как-то так. Мы сейчас покушаем с вами. Да, и сейчас мы не сразу, как говорится, едем домой. Мы еще заедем в одно место. И если что-то мы найдем, обязательно включимся. Обязательно. Ну, а так, предварительно. Да. До скорых встреч.